классика жанра. Интересно, если я буду демку записывать, он меня будет? Ага, так и думал. Оно работает даже так. Че, попал? Ну ты на полном отжоре должна быть сейчас. Сроки там. Разве что дар что-нибудь испортит. Капец, только я так на пол стою, нет. Это прямо... На, ёб твою мать, а! Секунды не дождался. Ладно, сколько у тебя осталось? Что за хуйня? Квад здесь резается? Давайте без него. Слушай, Настя, хорош. Я слышал твою перчатку. Да я знаю, наверх не мешало. Но лучше вверх, чем тебе. Никому, а лучше, видимо. А еще лучше так, да. Да камон, верка. Блять, как ты выжил, а? Сколько? Как вовремя! Патроны! Один патрон на шафте. Блять, так шафтами я давно не придавала. А, их патроны. А, так это ты все это время занимался? Да, а ты что хотел? Что? Воу, две сотки просто. Я слышал, да, это я знаю. Он там верка, так что... Ну и так сойдет, хуй с тобой. Отдался, отдался. Серьезно? Классный респаун. Воу, вера всралась. Я это возьму? Нет, я это не возьму. Может, он этого не стоил? Я добавлю вам. Разогрею его. Воу! Скотина. Попал, надо же. Твою хорошую ракету, а? Дважды. А вот это я дурак. Мог и не встревать, в принципе. Выжил! Ай, шай, там оно. Не может быть.
хрена себе, какой радиус действия в этой шахте? Огромный, но при этом меньше, чем ты хочешь. Я слышал твой перчин, но думал, что успею. А, она уже все, блять, его. Что, Ваня? Что? Ты? Сука, хорош! Я ведь еще присел, чтобы тебе посложнее было. Что я не один здесь такой умный. Тишка стоять, телепорт. Почти. Сукин же сын, а. Ты бы знал, как я мало ты тебя оставил мне. Да что ж такое-то? Да сука, вверх, блядь! Ты мне такой фраг испоганила. Испоганил же? Отстань! И бить ее семеро! Блять, никого не убило, всех отсосал. Классика. Надо было отойти. Ну засанка. Же сына. Что ж поделать? Козлина, какой хороший ты фраг нам не сделал, вот козел. Я понял.
Так, я тоже на этом все. Понял, забыл. На этом шикарнейшем флаге, а я, пожалуй, закончу. Лёва, ты что думал, что я только в нити один уместил? Это было шикарно. Мне интересно, как ты выглядел с твоей стороны, Лер. Верон, ты хоть видел этот процесс, нет? Видел, она помогала активно. Как это выглядело со стороны? Как же я зафакапился здесь. Блять, 5 хп, а! Ровно 5, Вера. Да, я тебе еще могу насадить на свою перчаточку. Еще не попал, попал. От души. Я так смотрю, сперва на тебя, потом на Веру, потом снова на тебя. И решаю прыгнуть к тебе. Потому что знаешь, что ракеты тебя не достать. А вот перчаточки спокойно. Никак. Ух, боли не трудно. Невозможно воевать. Хороший выстрел.